Вам 8? 8 моих детей. Внуку 12. Произошла война, в погребе все сидели. В Николаеве? Да, в погребе, 2 недели. Вышли немножечко вот так, выскочили, приготовили что-нибудь детям кушать. Сидим у погребе. Я говорю сыну, что ж мы сидим, детки маленькие все. Буркулез заболеет. Что делать? Туберкулез. Ну, погребе. Заболеет. А, заболеет, если долго да, сидеть сыр, там, да. Да, от сырости, да. И решили выехать. Потом пошли мы... А что, сирены гудят или почему сирены, в погребе? Сирены, ага. Стреляют, ракеты. Бомбят, бросают, да. Людские дома горят. Понятно. Горят. Мы пошли в церковь уверенную. Они говорят, мы отправляем людей, вывозим. Записали нас, вывезли нас сюда. Привезли. На автобусе или как? Автобусом ехали. Через Молдову или? Да, через Молдову. Как вас приняли на границе? Приняли. И в Молдове, и в Румынии хорошо? Да, спасибо. И сколько уже времени в пути? Я уже здесь 3 недели. В Беже. 3 недели, почти 3 недели. Месяц, да? 3 недели. Поселили нас. Нормально. Люди общаются с нами. Нормально. Просто дети, вот им еще не привычны этим продуктам, они покушают, дорогая. Да? Ужас. Ну а что, принимают нормально, кормят, чисто. Спасибо им большое. Ждете, чтобы война закончится? Нет. Закончилась и вернуться? На Останавливаетесь на год? На год. В Румынии, да. А если война закончится, сразу обратно до дому? Да. Еще ж дочка должна приехать с 4 детьми. Ага. В детском положении 8 месяцев. Вот жду. А что, не могут выехать? Не могут, говорят, что зеленый коридор палят по дороге. Ужас. 4 автобуса спалили, людей, детей подают. Они боятся выехать, говорят, мама, мы немножко задержимся, утишится немножко, мы выедем, мы помолимся. Зеленый коридор, говорит, палят. Понятно. Вот это такое. Как вас зовут? Люба. Люба, с Николаева. Да. Рад встрече. А тебя как зовут? Миланочка. Миланочка. Сколько тебе лет? 6. О, большая. Они все школьные мне. Записали. Ходили в школу, здесь да, в школу, но... их. А, и здесь Усадик, тоже, да? Да, они должны во вторник или в среду, уже вечерняя школа. Да, здесь в Бухаресте. Они же все школьные. В садик ходят, в школу. Жили нормально, все. Ну, побросали все. Понятно. Приходится. Чем умирать детям, лучше въезжать. Понятно. Это такое. Спасибо за разговор, за доверие. Спасибо вам большое.